Волшебники, гости канала «Моя такая большая и дружная семья». Сегодня у нас такой срочный экстренный выпуск, 15 ноября, но у нас не оплачена передержка наших особенных детей. Этих детей когда-то мы с вами спасли. Поэтому я, как всегда, обращаюсь к вам. Нам надо собрать 55 тысяч и оплатить передержку. У детей уже закончился корм. Наталья мне писала еще 3 дня назад. Но так как финансово все очень-очень тяжело, наши дети находятся пока без нашей помощи. Наталья, к сожалению, тоже выкупать корма не на что. Поэтому у нас такая сейчас сложная, подвисшая ситуация. Когда-то же ведь мы с вами их спасли, поэтому я, как всегда, обращаюсь к вам. Нам надо срочно собрать сумму 55 тысяч рублей и оплатить передержку наших особенных животных у Натальи и Вадима. Второй раз в том месяце я была у наших детишек, так как ездила за Клёпушкой. И всегда, когда я туда приезжаю, я очень-очень счастлива, что я бываю в гостях у своих детей. Я успела пообщаться с Наташиными детишками. Все, конечно, все хотят ласки, любви, семьи. Все хотят домой. Как я всегда говорю, собаке много не надо. Миску еды, теплый угол, любовь и ласку. И это они очень хорошо чувствуют, понимают. Поэтому мы такая большая дружная семья. Ведь когда-то мы с вами их спасли. Так давайте поможем оплатить передержку. С финансами достаточно все очень тяжело. Число подписчиков растет, но, к сожалению, помогают практически одни и те же. У нас в последнее время совсем все очень тяжело. Тяжело собираем финансовые средства, очень. Долги в клинике, я уже об этом писала. Мышка до сих пор находится в клинике. Дика выписали, Дика ездили, забрали. Дик вернулся в свою среду обитания. Меня поблагодарили охранники.
Парень был очень-очень счастлив. Первое время я думала, что, может быть, забрать его в приют, но понимала, что в таком возрасте он, возможно, это может не пережить. Он был очень счастлив вернуться в свое место, оставил контактные телефоны, если что. Снежа в приюте чувствует себя достаточно очень хорошо. Но сейчас моя просьба к вам. Моя просьба к вам собрать нам необходимую сумму. Иначе я... Честно, я уже в последнее время просто... Вот за эту неделю я поняла, что у меня прям вот совсем опустились руки. Мне не хочется ничего. Мне не хочется ни выпускать ни ролики, и ничего не просить, потому что я немножечко действительно устала. Устала и морально, и физически. И потому что тащить все это на одной себе, разъезды, поездки, постоянно думать о том, чем накормить завтра приют. И руки действительно уже вот за эту неделю, я не знаю, у меня прям какой-то пошел нервный срыв, который меня действительно доводит прям до точки кипения. Но я понимаю, что я не имею права себе это позволить. Пытаюсь найти в себе силы, пытаюсь понять, что же все-таки происходит. И понимаю, что все висит. Висит приют. Наверное, мне придется теперь в приют ездить, как и раньше, через день, кормить животных. Потому что мы реально не справляемся. Денег нет от слова совсем. То есть с каждым месяцем все сложнее, все труднее, все тяжелее. Я понимаю, я всегда говорю, что я вижу всех своих подписчиков на канале. Я понимаю, что вы делитесь последними своими крохами, за что вам огромное-огромное спасибо за каждые ваши 10, 20, 30 рублей. Но в первую очередь это нищая Россия с нищими пенсиями, а вы в основном у меня, мои подписчики, в основном пенсионеры. И я это все четко вижу, читаю. Спасибо вам огромное за каждую вашу помощь, за каждые ваши 10, 20, 30, 100 рублей. Потому что только все вместе мы сможем как-то помогать, спасать этих милых существ. Но я уже в следующем ролике действительно озвучу, что я, наверное, буду заканчивать либо со спасением, ну, скорее всего, наверное, потому что уже все. Все дошли до того, что висит у меня полностью клиника неоплаченная. И раньше такого не было. Раньше, если вы помните, у меня лежало по 7-8 животных, и мы могли всех оплачивать, содержать приют. Но сейчас все очень и очень сложно. Поэтому моя такая большая дружная семья, я очень прошу вас помочь нам сейчас оплатить передержку. Потому что уже эти дети спасены нами. Они уже надеются, ждут. И только мы сможем им помочь. Я еще раз обращаюсь ко всем к вам, ко всем 8000 подписчикам, кто смотрит эти наши ролики. Пожалуйста, ставьте лайки. Пожалуйста, пишите комментарии. Канал упал. Канал упал, потому что Марианна именно сидит. Спасибо ей огромное. Прослеживает статистику. Канал просто падает. Падает от слова совсем. И нам действительно очень тяжело выживать. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.